В лесном массиве под Звенигородом расположился детский оздоровительный лагерь «Орленок». Спортивные площадки, киноконцертный зал, библиотека, комфортабельные корпуса, шестиразовое питание. Здесь есть все, чтобы ребята чувствовали себя как дома. Завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин и еще сонник. Они уже получают что-то, сломолочный продукт. И какой-нибудь кондитер, и уже после свечки традиционной, каждый вечер они собираются, обсуждают день. И после этого что-нибудь вкусненькое еще на ночь, ну как дома. Ребят ждут тематические смены, много активностей, спортивных мероприятий и праздников. Территория находится под видеонаблюдением. Вопросы безопасности детей здесь, как и в других детских учреждениях округа, на первом месте. Первые два лагеря оздоровительных – это в Осаргино и в Звенигороде «Орленок». По чек-листу все показатели положительные. Никаких нарушений не выявлено. Дети все здоровы, все счастливы, занимаются. Очень хорошая атмосфера, веселая. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков и одинцовские активисты «Единой России» ознакомились с работой лагеря. Согласно техзаданию из области, инспекция проверила лицензию, медицинский кабинет, качество питания и обеспечение пожарной безопасности на территории учреждения. Никаких замечаний выявлено не было. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».